20 сентября Казанский федеральный университет готовится принять 13-ю Всероссийскую научно-практическую конференцию «Державинские чтения». Данная конференция не первый год является одной из самых крупных конференций в России. Ежегодно здесь принимают участие с докладами, научными сообщениями порядка 500 человек. На протяжении 10 лет конференция проводилась в Москве на базе Всероссийского государственного университета юстиции. 12-е же по счету «Державинские чтения» были впервые проведены в Казани. И теперь одна из крупнейших конференций России готовится к проведению в стенах Казанского федерального вновь. Гостей будет где-то около 30 человек, пригласили мы. А круглых столов будет где-то 12 круглых столов будет. Из них 11 это в основном священные державы, государственные деятели, ну, то есть это юридические аспекты деятельности. И один круглый стол у нас будет работать на базе нашей института филологической коммуникации по его, так сказать, литературной деятельности. В основном это на базе нашего университета, плюс филиале Российского университета юстиции, один корпус будет там проходить.